Ведущий переговорщик Ирана на переговорах в Вене, направленных на возрождение совместного всеобъемлющего плана действий, говорит, что его команда еще не услышала никаких предложений или инициатив с другой стороны, чтобы помочь разрешить нерешенные вопросы. Both on the issue of sanctions removal and nuclear measures, there have been disagreements. These are clearly visible in the draft that was achieved following the previous round of talks. The disagreements, especially on the nuclear issue, are numerous and varied. On these disagreements, we have not yet received any proposal or initiative from the other side. В последние дни возникли вопросы об обсуждаемых проектах и о том, находятся ли все еще на столе поправки, предложенные иранской командой и представленные в виде двух письменных проектов в начале седьмого раунда. Over the past few days, we have had various meetings at the levels of experts and senior political directors, during which the modifications, viewpoints, and proposals of the Iranian side on the June 20th draft were discussed, and these discussions were positive and moving forward. Иран заявляет, что он вернется к полному соблюдению ядерной сделки только после полного и поддающегося проверке снятия санкций США. И хотя некоторые источники говорят, что иранские требования тормозят прогресс, другие, такие как главный делегат России, отмечают, что атмосфера в период интенсивного диалога является позитивной. And Iran really has to be compensated for all the damage that Western countries have done to the people of Iran. В воскресенье в ходе седьмого раунда переговоров впервые была созвана третья рабочая группа, сосредоточившая внимание на последовательности соблюдения всеми сторонами. Затем последовала трехсторонняя встреча между Ираном, Россией и Китаем. Официальной информации о продолжительности текущего раунда переговоров пока нет. Homolesky, Press TV, Vienna.